Что, что прослушал кусок? Он рассказывал про игру, как раз с ним стрим был. Садитесь, поехали. Сейчас я выйду поближе. Ого. Приехали. Украл пассажира. Ты под колесами не... О, да это карта. Мы да, должны тут рулить. Обязаны просто. Да не обязаны, наверное. Несколько раз мы здесь проигрывали. Здорово, причем проигрывали. Мы теперь с удачной стороны. Ван, нам бы сейчас с тобой где-нибудь на пригорок аккуратно встать, гостей встретить. Да. Его они сейчас будут на Б ломиться, а мы их прищучим. Вот здесь вот у скамеечки встань аккуратно. Там с Б с чердака надо валить. Там один готов, отличное. Гость. Вот, давай, давай вниз. Здорово. Они вот... От нас на 2 часа будут есть дороги. По дороге и по этой по лесу. Да, стороне справа от дороги, короче. Как здесь хреново сделан вид от третьего лица, ах, на пулемете. Тут еще и вид от третьего лица есть. Ну когда за пулеметом. Когда за пулеметом или на машинке, вот. И на машинке водитель. Слева неудобно. Втроем на велосипедах. Пулеметчику по полям. Ужас, как неудобно. Вижу. Но они далеко. Да, недалеко, они сейчас к вам туда на айду. За деревом снайпер стоит какой-то. Разворачивай, разворачивай. Тихо! Вот, куда пули летят, смотрите. Левее еще, левее от вас. И снайпер чуть левее. И модуль прям по курсу слева от тебя, слева-слева. Убил. Не за что, шо. Сука, снайпер прям перед вами. Я думаю, что... Все, поздняк, меня свалили. Сори. Хотел запарковать машину, чтобы они тут не были. Погоди. Ван, у тебя гости там, да? Не, он постоянно молчит. Он стеснительный очень. Вот на этот небольшой холмик возле Б, они очень любят подниматься, на самом деле. Да, они там слева по лесу обходят, от дороги. Слева от дома, от Б, Вань, там где-то перед тобой. Вань, ты поставь боком машину, чуть-чуть боком под 45 градусов. Так, да. Если что, назад сдачу. Нормально, нормально. Перезаряжаюсь, тихо. Ах, на каком расстоянии хэта дал. Боком чуть-чуть. Мне передний край машины перегородил взгляд. Чуть боком его. Так, да. Пучи какую сволочь. Назад перезаряжаюсь.
Готов. АЦ пусто совсем. Сходи, забирай. Это ж хорошо. Ну да. В спину слева сейчас на Абре бежит. Из-за холма прям. Ну, там, где я лежал, за дорогой, там он как раз по спуску поднимался. Так, делай вид, что захватываются. Я тебя прикрываю сверху. Ложись спокойно. Не видно нос. Он где-то рядом с уже, по идее. Так я рядом с, нет. И я рядом с, я левее вот обхожу тебя. Да тебя я вижу. Он там, за холмом. Он может просто лежать на Б, шмалять. Блять. Вон он идет. Убили? Да, убили. Там где вроде он? Далеко еще один наш есть. Увидел? Да, но не попал в него. А? Там их еще второй, кстати. Второго не вижу, сейчас обойду его чуть. Б отжали. Валим, пристрелялись, валим. И А отжимают. Чё-то я несколько вниз. Дорогу прошел мимо меня. Меняем позицию. Сейчас я им займусь, нас. 76 патронов осталось. Блин, я даже не видел, где он. Как он с одной пули-то? А, он еще и с оптики. Да, убили меня, убили. Вали. Где-то еще один, да? Там на макушке где-то снайпер должен сидеть. Вот этого холмика. Не, не было никого. Я оттуда. На Б на втором этаже. Сейчас на Б ломанусь отсюда. Там Б хорошо зачищается, если с правой стороны заходить в нее. А, вообще хорошая идея. Джипик с пулеметчиком там на дороге у них держать. Они же по ней постоянно это самое бегают. Ой, забрать меня. Канина, включи таблицу, пожалуйста. Ну да, да, отлично. Да, нос ты красавчик. Я вот специально тебе подчеркнул просто это. Будете потом рассказывать, что я там где-то воюю, не пойми где. Да сейчас. Но ты там рядом со мной, вон ко мне приближается один. Двое. А где ты? Тут же шимена не постоянно светится. Я сейчас на Б захожу. Ты в другой команде, потому что. Да глянь, он с винтовки меня убил. Какие сволочи какие, блин! Не то слово. Три патрона в него всадил и не убил, а? Как так? Я неправильно с винтовкой, наверное, сделал апгрейд. Кто на Б наверх, кто может залезть? Левое окно держать. На, тварь. Тактику получил. Надо вот в маленькое здание, которое с правой стороны, чтобы сел кто-то с автоматиком. Опа.
А как я на Б, а как его отжимают-то? Отлично, вообще очень смешно получилось. Бля, меня тоже потом... Так, Руслан, я больше с тобой не поеду. Ну ладно. Кто-нибудь на Б. Будешь пешком ходить? То на машине меня с тобой убивают, то даже на велосипеде теперь. Может, передумаешь? Зараза, метки! Да что ж такое-то, а? О, нервишки начались. Ну, сейчас, а, там... 3 на 3, сейчас еще одного снять и выпадет. Я из пулемета его перестрелять не могу. Что ж за ерунда такая? А, вернули, да? Да. Нормально. Б захватываем. Точнее. За задний дом наверху. Меня тоже там застрелили. Я на точке. Этого много раз. Ты чё за мной ездишь? Ну никто не хочет больше со мной ездить. Надо здание одного снять у них там, на той стороне. Зачем он карту передвинул? Да как они так стрелять-то, я не понимаю, с одной пули убивают. Снайпера, возможно. У них винтовки апгрейднутые, наверное, там. Да, скорее всего. Патроны хорошие тоже. Ничего так долго было. Держался, а? Там на Б реально надо залазить на Б и сидеть. Один, чтобы слева полил, другой две там. Да я уж не знаю, куда мы зашли на самом деле. Давай садись, поехали. Убирайся. Поехали. Спал на них. Можно потерроризировать немножко. Давай попробуем. Деле, вот сейчас прямо и попробуем. Он у этого самого. Вот и попробовали. Я отомстил. Здорово. Да глянь, он на туре с одной пули, но он снайпер. Да ты посмотри! Из пулемета в него высадил столько раз и не убил. Ну что это такое? Теперь жди меня, Рус. Садись, поехали. Поехали. Еще смертнички. Учите, я не на пулемет сел. Так сказали, как будто угрожаете. Нет! Нихуя, в втором этаже на этом самом. Ранил, короче. В ближайшем сарае на втором этаже немцы. Выходим. Да! Одного уже убили. Еще одного уже убили. Жопа на самом деле. Они с двух сторон стреляют, слева и справа. Я даже вижу одного из них. Снайпер, да. Подписано то, что карабинер, куртс, скоп. С оптикой. Блин, как сквозь окно, я не пойму вообще. Ты опять на этом самом джипмобиле? Они до второго дома добрались. Не-не-не, Иван, я пешочком, я пешочком. Поехали. Нафиг, такие приключения с поездками, не могу. Давай, ты узнай. Может это, прокатимся до ихнего респа? Давай. Втором этаже по левой еще. Дороге, чтобы вы их от меня отвлекли. Мы здесь не прокатимся, сейчас меня выпилят, наверное.
Нормально, идем. Да вообще отлично. В кино. Главное, в туман не заходите. Приехали на С. Берем С. Блять. Два немца опять наверху, и опять один за снайпер, да, да, один мотоцикл. Да-да-да, два проскочили. Вот там, где мы проехали, Иван. А, тварь. Да, их там три уже опять. Так, одного заспочил. Меня забираю. Отлично. Так, еще одного заспочил, тоже слева. Понял. Джерри. Там же он все еще находится слева с деревьями. Ого. Ого. Ты теперь там один. Да я понимаю. И я машину не могу взять, я бы доехал до тебя. Да бери велосипед уже. Уже скоро не актуально будет, меня сейчас забросать говном. Или гранатами. Гадёныш. Повезёт. Вот на два, на А укрепились вдвоём. Там совсем слева отходить. Может быть успеем ещё отжать обратно. Народ немного совсем. Там два стоит. Лайбер опять на горку. Ты живой ещё там, Руслан? Не-не, только что помер. Понял. Как помер, если вон он убивает там? Я помер. И С отжимают назад. Да-да-да. Там немного народу. Да, один походу отжимает. Не успел убежать. Да он и Б тоже кроет из леса. Убит! Убил я его! Так, я на холм залазил, хожу его слева. Только надо найти, где он. Да. Це злые сидят. Тут нет никого на холме. Нос, а теперь нажми, посмотри стату. А, что-то как-то отсветил монитор. Нос, снайпер, нос, бери там, она лежит как раз вот между этих двух камней. Найдешь? Да блин. Не буду ездить на велосипеде. Между каких двух камней? Вот ты как раз по ней ходишь. Ну вот он, я его снял сейчас. Все, уже нет. Сейчас еще... Нормально. А, мы проиграли, да? Не, ну я победил, а вы проиграли, да.